самого утра ожидаем автобуса, едем по делам. Мы такие деловые, да? Дел целая куча. Некогда скучать. Не знаю, пока каждый день очень активно занят. Некогда даже, знаете, снимать какие-то сюжеты. Да, тем более, я думаю, вам всем все подробности ни к чему. Ну, сейчас где-то будем. Автобусом этим я еще не ехал, немножко другим маршрутом, чем на поезде. Позаглядываю в окна. Будем проезжать в маленькие поселки, городки. Может, что-то интересное увижу. Какая-то башня прямо наверху. Домики. Ну да, такое, как замки. Домики. Ну, это через какой-то мы делаем остановки и проезжаем через какие-то поселки. Ну, что тут можно увидеть? Ну, мы заехали, как бы людей подобрали, поехали дальше. Так что даже сам поселок не рассмотрела я. Это мы еще в какой-то поселочек заехали. Они, конечно, между собой почти все одинаково похожи такие. Может, один чуть больше, другой чуть меньше. Вот так вот местность такая гористая здесь. Получается, тоже один ниже поселочек, один выше, где-то, может быть, в горах. Интересно, что там на той высокой горе еще там что-то находится. А вот эта труба. Вот так можно, если при близком этом рассмотреть. То там где-то небольшие поселки. Какие-то строения. Даже какое-то предприятие. Интересно. Еще одна остановка. Что тут у них? Груши растут. Груши. Но они еще не созрели, еще твердоватые. Мне что так, это пальмы всегда нравятся. Винебре, поселок Винебре. Все зелененькое, чистенькое, ухоженное. Это считается деревушки, но они все ухожены. Как пальмочки стоят, да? Такими кулечками, с этими с хвостиками. Пока что-то красивое увидишь, раз-два и проехали. Скалы такие. За лесой не очень видно. А там внизу река. В общем, виды, конечно, прям красиво как. Да. Красиво. Река, конечно, чистейшая.
еще в какой-то поселок заехали. Утро, еще людей на улицах нет. Вот остановочка. Куда это мы еще заехали? Мора Ланова. Да, ну что-то не едет впереди какая-то машина с Миколочкой. Что это? А, убирают ветки, наверное, уборочная машина впереди. О, какая-то площадь у них здесь. О, уже что-то такое, магазин, машина открыта. Машины подъезжают, открывают там вещи, товары, что-то уже прям с утра продают. Есть, конечно, домики очень аккуратненькие, красивенькие. Вот такие вот частные вилочки. У кого есть денежка, ну, такой домик себе могут как бы построить, приобрести. И сразу все замечательное. Буквально, знаете, мы так краешком проехали поселок, поехали дальше. Посмотрите, там поближе, если так приближать. То есть только кажется, что вот мы так с краешку проехали, а поселки, они в принципе растягиваются большие. Мостик какой интересный. Сейчас по нему поедем. Это река Эбра. Но это городок побольше, не такой, как мы проезжали. Маленькие, допустим. Этот чуть покрупнее. Река. Красивая такая набережная зеленая. Все, здесь мы выходим. В общем, так, конечно, снимать я ничего не буду. Может быть, потом как-то, ну, не знаю. Ну, я думаю, вы догадываетесь, да, чем я тут подрабатываю. Просто, что я у людей там в квартирах ничего снимать не буду. Все это вообще в соседнем городке, надо было сюда приехать. Чем занимаюсь? Занимаюсь уборкой. Это полы? В комнатах там попротирала уже, теперь санузел, так это убрать. Здесь помыла, зеркало помыла, там помыла, вот это помыла. Сейчас вот тут тщательно вымываю, полы выдраиваю. А значит, что еще? Шторка очень длинная, надо подшить шторку.
Потом тут полы протереть и дальше. Там кухня, еще там зал, там в прихожке надо. Возле входа обувь там все, порядок навести. Ну все, мы управились с делами. Помогли по хозяйству. Теперь свободные. Можем заниматься чем нам хочется. Не знаем, сейчас вернемся к себе, посмотрим как. Дома, правда, тоже там есть что делать. Там еще кое-что, какие проблемки и дела есть. А потом посмотрим, может быть, где-то прогуляемся. Так что вот так вот день и проходит. Знаете, не минутки покоя, вот я вам так скажу. Ну, в общем, это нормально. Ну, на то она и жизнь. Отдыхать будем потом. Меня пока все устраивает.